Всем привет, с вами снова Придонки. Как-то я тут в предыдущем видео, или я не знаю уж когда там, я показал эту штуку. Я его называю рассеивающий спекатель без лицензии из фильма «Люди в черном». Вот она, эта прибуда. Мы на нее одеваем вот эту колпачишку. Эта штука служит для того, чтобы сварить пластмассу, и не только. Но у нас есть тут вот такой АБС, или АБЕ, по-моему, АБС. Ну и мы сейчас включаем этот рассеивающий спекатель. Прилада заработала, загудела. И я сейчас просто попытаюсь вам показать, как я, ну, примерно варит ее. Сейчас, видите, разгоняется температура. Видите, тут идет отсчет до взрыва. Сейчас он чуть погреется. Проходит какое-то время. Вот он уже практически нагрелся. Сейчас можно будет попробовать что-то припаять. Я попытаюсь, ну, положить так, чтобы было вам видно, что и как я делаю. Так. Чтоб мне там было удобно хоть. Сейчас он греется. Сейчас я хлебну водички. Опасно, опасно, опасно. Так, я немножко приблизил, чтобы было как-то что-то видно. Может быть, там, я не знаю, ну как-то вот так вот, чтобы не было что-то видно. Суть дела такая, нам нужно нагреть две вот эти железяки, я не буду тут какие-то тут половинки там туда-сюда брать что-то с трещинами. Ну, кстати говоря, можно и трещину организовать, прорезать, допустим, вот здесь вот ножнями. Вот. Вот. Мы сейчас рассеивающий спекатель положим как нам удобно. Конечно, сопло для таких вот великовато, тут где-то нужно 2,5 мм. Но суть дела такая, вы греете два материала, этот уже перегрел, видишь, что происходит. Надо было добавить туда триэтил барана. Шучу, шучу. Триэтил барана это вообще не то. Вот. Я не знаю, попал я куда нужно, не попал, или мимо кассы шарашу. Вот. Ага. Пусть лежит, пока курит. Я сейчас чуть отъеду в обратную сторону. И вот что у нас получилось. И то это температура не на всю. Сейчас вот эту штуку отломаю. Так. Ага. И вот у нас уже все, не разорвать я не могу, мне не хватает силы. Ну и допустим мы можем поверху садануть. Не добавляю третил баран. Ну я это так прикалываюсь. Третил баран это вообще не та опера. Это использовался в самолете в американском 60-х годов СС-71 для поджига топлива GP7 во время сверхскоростных полетов. Так, ну я дальше паяю. Уже не буду приближать. Просто беру любую. Греем. Немножко не попал. То есть присадка, толщина может быть любая, лишь бы только материал подходил сам по составу. Потому что если будет другой, скорее всего держаться не будет. Вот так вот припаивают, запаивают отлетевшие запчасти всякие там. Так. Ну я сразу подключаю. А, вот так вот. Видите, она продувается. Сейчас вот эта штука остынет, что я приварил, да? Вот так мы с этой стороны приварили.
И причем разные пластики, они имеют свойство, скажем так, плавиться при разных температурах. Кому-то, допустим, там, вот видите, у меня там стоял вроде 500 градусов, да, грелось нормально. Вот. У кого-то больше, у кого-то меньше. Какой-нибудь полиамид намного больше требует нагрева. Я для чего держу хвостик, сейчас он чуть приостынет. Объем небольшой. Я попытаюсь оторвать ее штуку. То есть показать, что она не отрывается, по сути. Я быстрее сломаю, чем оторву. Ну, конечно, оторвать может что угодно, но держится. То есть все. Ну, теперь можно ее брать ножик. Зачищать там. Можно так вот очищать. Вот. Так что рассеивающий спекатель в действии. Все это работает при наличии некой сноровки. Допустим, кто-то пытается сразу такие трещинки такие, ну, заваливать. Но, ребят, ну, допустим, маленькие какие-то вещи, да, или какие-то там мелочь. Прожигает, прогорает, плюются, но для того, чтобы этим заниматься, нужно какой-то опыт. Я говорил, что этим занимался очень давно, с 1985 года. Вот, первый раз я это увидел, попробовал. И вот все, ну вот место сварки, его сломать его невозможно, потому что АБС пластик и присадка тоже АБС. Вот это возможно тоже, я уже не знаю, там, этот нарезал. То есть, вот, если пластик однородный, возьмет трещина, что-то какие-то отломы, вот что получается. Вот что такое рассеивающий спекатель из фильма «Людям в черном». Ну, я так его называю, по идиотизму, по своему. Так-то это вообще паяльная станция. Если я не запамятовал... Вот видите, все, она выключилась сама. То есть она, я выключил, прогрелась. Так я могу что-то паять. Короче говоря, обошлась ну, до 2000 с пересылкой. На этом показывать больше нечего. Кому-то, если приспичит, можете заниматься такими делами, как и я. Всем пока. С вами были Придонки. Берегите себя. И с вами был рассеивающий спекатель из фильма «Людям в черном». Рассеивающий спекатель без лицензии.